Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорудин. И в этом ролике мы рассмотрим такой момент, как правильно отнормировать двухлетний куст винограда и как подготовиться к формировке куста винограда. В данном случае я буду формировать четырехрукавный веерный бесштамбовый куст винограда для укрывной зоны виноградарства. Ну и как вы видите сразу, что мой куст находится вот в таком подземном воздушном канале, то есть мой куст находится немножко ниже уровня почвы. И давайте немножко истории. Вот смотрите, вот это срез, это верхний срез черенка, который я укоренял. Теперь вот срез, и вот такой у нас был прирост, то есть черенок укоренился, из него в первый год в школке вырос вот такой длинный побег, один. И вот такой саженец винограда с одним побегом, он был обрезан на три глазка, я и посадил на это место. И самое интересное, что у меня есть кадры прошлого года, прошлой весны, и вот перед вами этот куст винограда. И вот сейчас весна, смотрите, один, второй, третий побег. У этого саженца первый год, и вот в первый год на саженцах оставляют либо один побег, либо два побега. То есть в этом случае один побег лишний. Ну, естественно, вот как вы видите, я буду удалять нижний побег. Оставлю два верхних. И, собственно говоря, нормировка этого саженца завершена. Я оставлял два из тех соображений, что у меня вот этот саженец был с закрытой корневой системой. То есть он у меня выращивался в ведре в 12-литровом, и я его пересадил на постоянное место вместе с комом земли. То есть не разрушая корневую, естественно, такие саженцы развиваются лучше. Итак, это весна прошлого года. А вот что выросло из этого куста винограда осенью. Вот в данный момент вызревание где-то, наверное, по 1 метру. Один побег где-то под 2 метра, второй метра полтора. Вот диаметр внизу где-то 6-7 миллиметров. Сегодня у нас 4 ноября, как я уже говорил. Листья еще остались, потому что от заморозков я укрывал этот саженец. Но и в этом случае не собираюсь оставлять вот два длинных побега. Как кто-то подумает, сейчас обрежу каждый из этих побегов на 3 глазка, а уже в будущем втором году буду пробовать, получится или нет, вырастет 4 побега на рукава. Срезаю через 4-й узел, удаляя глазок. Осталось 6 глазков, с запасом мне в будущем году нужно 4. Я вот те 2 побега обрезал коротко на 3 глазка каждый. Вот один побег, вот второй побег. И укрыл этот куст на зиму. Вот теперь весна второго года, то есть началась вторая вегетация. Мне для моей двухплоскостной шпалеры необходимо сформировать 4 рукава. Поэтому в данный момент я буду оставлять 4 побега. Ну, я думаю, вот в данном случае думать ничего не нужно. Вот 2 верхних на одном побеге отличные, и 2 верхних на втором побеге тоже отличные. Там внизу мелкие побеги. И я их сейчас просто удаляю. Вот у меня уровень почвы. Это я уже неоднократно показываю. А вот посажен мой саженец. Вот был прирост. И вот этот верхний глазок в момент посадки вот этого саженца был ниже уровня почвы на 10 сантиметров. Ну, где-то даже 12. И смотрите, за прошлый год мой саженец в высоту еще подрос. То есть теперь смотрите, верхний побег, а это будет один из рукавов, уже находится сантиметров 6 ниже уровня почвы. То есть вот на этом примере вы можете понять, почему именно вот таким образом в укрывной зоне виноградарства лучше высаживать кусты винограда, чтобы будущие рукава были ниже уровня почвы. То есть смотрите, один рукав, второй, третий, четвертый. И все это будет ниже уровня почвы. Естественно, все это будет укладываться затем на дно вот этого канала, ну, без особых усилий. И вот на этом нормировка уже двухлетнего куста винограда закончилась. Мы оставили столько побегов, сколько нам нужно. Именно 4. Мне нужно 4 рукава. И мы продолжаем формировать наш куст винограда. И вот на этом двухлетнем кусте винограда я провел первую операцию, отнормировал количество побегов. Вот как правильно формировать первые рукава, об этом я уже расскажу в каком-нибудь из других своих роликов. Вот обратите внимание, видите, прошел кот. И естественно, он мог бы вот эти все побеги обломать. Поэтому сверху я сейчас поставлю 6-литровую бутылку. Такая бутылка будет в качестве небольшого парничка, это первый момент, ну и защитит вот, например, от такого гостя.
Единственное, вот такую бутылку все-таки при температуре воздуха там 30 и выше градусов лучше все-таки снимать. Но и снимать ее тоже лучше не за один раз, а предварительно притянив открытый саженец винограда. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи, до свидания, пока.